Всем привет! Сегодня 12 апреля, и мы с вами на охоте на селезни. Высадил сейчас две подсадные утки. Мы сегодня опять же в полном там составе. Быть с нами, быть. Утки вот работают уже. Сейчас, пока выставлял уток, пролетела уже пара. Надеюсь, что сегодня будет утка хорошо летать. А вы смотрите, что из этого получится. Приятного просмотра. Проголодалась собака.
О, столько времени он плыл. Так его манили. Жуть, вот это адреналинище. О, кайф. Батька тоже тут под адреналином, бедная вся. О, слышал его, как он тут. Да, моя? Да, да, морда. Да, хороший. Вот мы его как взяли. Молодцы мы с тобой, да? Фу. Фу. До сих пор адреналин немножко аж потряхивает. В общем, селезень сел на том берегу. Один, одиночка. Отбили, видимо, его. Наманили. И переговариваясь с ним, потихоньку, я его сначала манком до центра озера довел, а потом уже включились уточки, потому что они с утра, они вчера вечером работали, сегодня с утра уставшие уже. Ну, не знаю, то ли не хотели его манить, то ли что, то есть, ну, пришлось мне немножко помочь им. В итоге все получилось, селезни добыли. Сейчас я пойду сниму уток, чтобы собака не отвлекалась, и мы достанем обоих, как мы. Бетька достанет, конечно же. Батька молодец, она достанет птицу из воды, потому что до туда я не дойду. Фу, как прям это, офигенное чувство, просто нереальное. На этом мы закончим, две штуки достаточно, более чем. Время уже 7 часов, будем сейчас собираться и поедем домой. Так, теперь берем Бетти и отправляем ее на подачу. Дальше. И теперь отправим за вторым. Запах. Нашла, нашла. Молодец. Давай, 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 давай. Оп, молодец. Умница, гуляй. Все, гуляй.
мало. Ну что ж, друзья, наша сегодняшняя охота подошла к концу. Мы сегодня добыли двух прекрасных селезней. Вот таких вот, красивых. Одного добыли от пары, отбили. Уточка с селезнем подплыла в самом начале нашей охоты. Второго сел одиночкой на ту сторону озера. И мы его, то есть как бы я плюс утки выманивали сюда, то есть как пытались. Тем не менее, все получилось, он подплыл, достаточно комфортный выстрел. Утки справились со своей работой. Бэть, иди сюда. Вот, помощница, иди сюда. Помощница тоже справилась. Вот, принесла двух уток, нашла без проблем. Принесла, хотя вода холоднющая. Но это не останавливает собаку, тем более такую целеустремленную, как Бэтька. А вам спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!